В микрорайоне «Зеленый бульвар» проходят рейды, во время которых привлекают к ответственности нарушителей, припарковавшихся в непредназначенных для этого местах. Рядом со знаками «Остановка запрещена» и табличкой «Работает эвакуатор». В связи с многочисленными обращениями жителей микрорайона «Зеленый бульвар» на территории микрорайона проводится совместно с УВД города Владивостока операция по выявлению нарушителей, которые запарковывают подъезды придомовых территорий. Сотрудники полиции сейчас устанавливают собственников, допустивших нарушения, собственников транспортных средств. Транспортные средства будут эвакуированы. К собственникам, допустившим нарушения, будут применены меры административного взыскания, это штраф. Ранее в микрорайоне был организован безопасный и комфортный проезд к жилым домам. Для этого там был установлен публичный сервитут. Его границы поровну затрагивают территории жилых комплексов «Восточный луч» и «Зеленый бульвар». Кроме того, на участке появится дорожная разметка. Артем Белов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.